максимально эффективной для каждой из сторон. Таким принципом руководствуются окружные власти при организации круглых столов с местными жителями. Мы все это делаем не для какой-то формальной отчетности, не для палочек-галочек, а все-таки для достижения конкретных результатов. Для нас это решение тех задач, которые перед нами ставят жители. В этот раз обсуждение коснулось насущных проблем для жителей Голицына. В их числе благоустройство и строительство социальных объектов, вопросы экологии и состояния дорог и дворов, несанкционированная парковка и работа общественного транспорта, снос недостроев и сфера ЖКХ. Было 3 выезда уже на Голицына, да, и сегодня у нас такое широкое, прям замечательное совещание, на котором его замы, все структуры отчитывались о работе, о выполненных работах, о планах о работах, по всем самым горячим вопросам, которые есть у жителей Голицына. Обращениям, поступающим на портал «Добродел» и в социальные сети, уделяют особое внимание. Муниципальный ЦУР отслеживает как уже исполненные заявления, так и те, выполнение которых жителей не удовлетворило. Эти вопросы глава округа держит на личном контроле. Он слышит нас, он проверяет каждое слово своих сотрудников. И результат этого взаимодействия, он на самом деле очень хороший. То есть у нас, видимо, убрали и растворный узел, да, и много порядка навели на самом деле. В ходе встречи ни один вопрос не остался без рассмотрения. По всем обращениям установили сроки исполнения и назначили ответственных лиц. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».